Укладываем зелень в банку и затем огурцы. Вот так вот уложили огурцы в банки. Теперь будем варить маринад. В кипящую воду добавляем соль, сахар, кетчуп и уксус. И кетчуп. Как только закипит рассол, сразу выключаем. Рассол готов, теперь заливаем банки. Ну вот и все, закатали железной крышкой и огурцы в кетчупе чили готовы. Обязательно попробуйте приготовить вкусный и классный рецепт. На этом, друзья, у меня все. Всем спасибо, кто смотрел.